Воспитанники Ульяновского университета футбола обрели свой новый дом. Открытие обновленной площадки состоялось накануне в преддверии международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который в эти дни проходит в Ульяновске. Университет футбола – это комплексная школа, которая направлена не только на то, чтобы научить детей играть в футбол, но и всесторонне его развивать. Кроме футбола здесь будут проводить занятия по шахматам, английскому, хореография, борьба. Ну, не в плане бороться, а чтобы дети на поле умели правильно падать, не получать травмы. Университет футбола – далеко не новое спортивное подразделение для области. Он существует уже 23 года. Но последнее время школа и ее 300 воспитанников базировались и тренировались на площадках Ульяновского государственного университета. С 1 ноября студенты-футболисты окончательно переедут в новое помещение. С этого же дня у мальчишек начнется официальный новый учебный год. Собственное здание университета расположилось на улице Октябрьской, неподалеку от дворца спорта «Волга Спорт-Арена». Школа рассчитана на 1200 мальчиков в возрасте до 16 лет. Занятия здесь будут платные. Дети, которые по отбору попадают в первую команду по своему возрасту, будут заниматься бесплатно полностью. То есть даже участие в турнирах и выезды для детей будут абсолютно бесплатно. В инфраструктуру университета входит манеж с искусственным футбольным полем, помещение с универсальным спортивным покрытием и 4 площадки для занятий волейболом. Одними из первых спортивной площади опробовали юные футболисты клубов «Волга», «Сызрин-2003» и сами ребята из университета. Здесь они встретились в спортивной схватке в рамках ежегодного детского футбольного турнира, который и дал старт торжественному открытию университета. Зрителями матча стали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и министр спорта России Павел Колобков. После окончания турнира первые лица страны и области наградили победителей и призеров детского чемпионата. А после в неформальной обстановке пообщались с будущими звездами футбола и устроили с ними фото и автограф-сессии. 3 месяца назад на этом месте ничего не было. Было старое здание, вот которое мы сейчас проходили. Не было этих манежей, замечательных условий для развития футбола, вообще спорта. И благодаря усилиям региона, благодаря частным инвесторам, которые сами занимаются спортом, для которых спорт – это очень важная составляющая их жизни, вот здесь созданы такие замечательные условия. Ульяновский университет футбола построен на основе государственно-частного партнерства. Обустройство манежей – это лишь первый этап строительства. До 2021 года при университете построят и организуют детский спортивный лагерь на 400 мест. Рената Алиулова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.